ради которого мы сегодня собрались, Сергей Давыдов. Наверное, Владимир Андреевич, несколько слов о Сергее, вам, как же главного тренера, комментарий к этому, а потом уже приятно с ним приступить. Ну, сейчас идет дозаявочная кампания. По итогам предыдущих матчей у нас было желание усилить и улучшить действия в атаке. Значит, мы сейчас это делаем. И один из них это из атакующих игроков, центрфор Сергей Давыдов. Мы его хорошо знаем по премьер-лиге России. Нам нужен был креативный игрок атаки, наконечник, можно так сказать, который постоянно напрягает, постоянно может забить, значит, представляет угрозу постоянно сопернику, значит, вертикальные открывания, зоны завершения и так далее. Я считаю, что Сергей квалифицированный игрок, у нас большие задачи поставлены руководством клуба, и я надеюсь, что он поможет нам решать поставленные задачи. Ну и желаю Сергею здоровья и быстрее адаптироваться в нашей новой команде, значит, в кратчайшие сроки, потому что предстоят матчи не только чемпионата, но и международные, которые тоже поставлены серьезные задачи. У нас с нападающим было у нас проблемы, много голы у нас забыли, сами знаете, защитники. Вот, мы поэтому долго искали, было долгий, конечно, кропотливый там переговор с футбольным клубом Рубином. Вот, Сергей Давыдов, он уже давно российский премьер-министр лиги играет. Одновременно хотел сказать средства массовой информации. Вот сегодня по газету я видел, что транспортная сумма 2 миллиона 800 евро. Официально хочу заявлять, мы 74 раза меньше на один год брали. 74 раза меньше, которые написаны там в газете, брали меньше на один год в аренду. Только что вот Владимир Андреевич сказал, что действительно, Сергей, у нас нападающих не хватает. Есть нападающие, но никак не можем реализовать концовку. Я действительно вам большую надежду. В первую очередь мы усилили чемпионат, как вчера Аким Ахмед Бажаев дали нам задачи, и мне дали задачи вот. Стать чемпионом в первую очередь, и потом выйти на Евроклуб, группу Евроклуба. Самое главное вам здоровье, что травмы не получили, оправдали наше доверие. Да, через год потом мы еще дальше будем работать. Земля круглая, и зарплат тоже у нее, имеете в виду, там очень мизерная, небольшая сумма. У нас вот сегодня, позвольте мне выручить футболик Давыда, 8 номер. Я думаю, ты вот этот номер оправдаешь, потому что под этим номером у нас Самат Смаков, вы же хорошо знаете, он для нас, мы уважаем его, он же у нас трижды чемпион в Казахстане, достойно играл. Вот, ну, мне возлагают большие надежды, и пришел в такой клуб, где очень серьезные намерения ставят, большие задачи, и губернатор очень любит футбол, это большой плюс, и делает так, чтобы команда всегда лидировала и была на лидирующей позиции. Вот, буду делать все возможное и невозможное, и будем забивать и радовать болельщиков. Спасибо большое. Я не знаю,
Одан төмен құнға алдық. Жалға бір жылға. Жалақысы қандай болады? Жалақысы бұның дегені бір біз енді қазір әлі договорға қол қойдық, барлығын біз істедік. Біздің футболистерден ойнап атқан легионерлерден көп болмайды. Классы бағыт диапазон, классификация денежного норма, вопрос. Каковы условия арендного соглашения, там есть ли возможность дальнейшего выкупа игрока, и сможет ли он сегодня сыграть? Да, у нас подписано, согласовано руководством Рубин на один год аренды, последующий выкуп. То есть каков себя проект? Да, есть он, конечно, это от футболиста зависит. Возможно, да. И насчет сегодняшнего матча, сможет он сыграть? Ну, сегодняшний матч, Сергей, он будет играть, не будет играть, это не мое. Он уже все, мы вчера уже успели. Мы вчера на Сергея уже получили карточку. Это Никитенко Владимир Андреевич, он сам знает. Если он скажет, он если этому протоколу кучит, что состав или заявка, или там не основной, или там запас, он тогда будет играть. Это только решает наш главный тренер. Ну, сейчас этот вопрос решается. За два часа до игры мы решим по этому вопросу. Потому что есть нюансы чисто подготовительные. Тем более, он только вчера прилетел. Андрей, правильно обсуждаете этот вопрос. Дороги, всю ночь не спал. И теперь с нашей общей командой он не тренировался. Он сегодня только утром, я слышал, индивидуально он сам тренировался, да? Да. Поэтому вот это приоритет главный тренер.